Жилой комплекс «Правый берег» расположен в городе Химки в 2 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Застройщик проекта – компания «Недаркал». Проект включает в себя 13 монолитно-кирпичных домов переменной этажности. На крышах зданий будут оборудованы вертолетные площадки. Планируется строительство детского сада. В комплексе представлены 1, 2, 3, 4 и 5 комнатные квартиры площадью от 28 до 280 квадратных метров. Жилье можно приобрести в ипотеку.